привет, друзья! Сейчас я покажу вам обувь. Сначала посмотрите, это марка. И вот это хорошая упаковка. Посмотрите, это сначала на вид это белый цвет. И внутри что есть, посмотрим, это марка тоже. Есть пакетик. Сейчас мы посмотрим это обувь. Сначала это фуберет здесь как булава. Такое, если вечером встречи хулигана, можно это пить. Хорошо помогает. И здесь шнурики вот это белого цвета. И здесь как раньше в лето. Такой сейчас такой материал мало пользоваться. И язык здесь написано 44 размера. И внутри такого как кожа. И цвет роуды, почти роуды, но легкий. Там марка написана тоже. И здесь классный цвет. Белого, синего. Здесь марка, здесь картинка, наверное, картинка здесь. И назад как серебро, светлый, яркий. Подошва классного. Здесь белого классного. В Китае такой классный цвет по-нашему. Но как успех всякого хорошего цвета приятного. Вот это еще другой цвет. Это зеленого. Почти одинаковые, плюс да, вот это побольше булавы. И здесь тоже есть. А марка здесь написана. А вот это лазница, это булавы нету, плюс да, вот это цвет, вот это здесь тоже побольше. Шнурки здесь черного. Внутри почти одинаково. Видите, цвет легкий. И здесь написано тоже 44. И марка. Такой обувь резкий тоже есть. С джинсы брюки вместе одеваться очень красиво. Вот это, но похоже по деньги. Похоже по деньги, здесь высокие, чуть-чуть высокие. Мне очень нравится такой фасон. Я подарила мой друг, пала вот эту обувь тоже. Если вам нравится, сказали нам хорошо, до встречи.